Какой был остановлен автомобиль, какая ситуация была? Автомобиль не останавливал. Получили вызов, что гражданин угрожает пистолетом. Все, прибыли на место происшествия, и потом уже выяснилось, что водитель данного транспорта на средства, а именно, как показали понятые свидетели и потерпевшие, им оказался начальник следствия, который вы там можете наблюдать. Давненко, да? Или как? Как фамилия? Давненко? Давненко, по-моему, Сергей, учитель, который остановил мусоровоз, высунул в руку, это со слов потерпевшего, высунул в руку пистолетом в окно и направил на них. Пистолет уже был в возведенном положении, а то все. Начали выяснять, он отказался предъявить какие-либо документы, соответственно, вызвал на помощь себе. Скажем так. Он является сотрудником московского райотдела. Собственно, с московского райотдела вызвал много своих коллег, которые, чтобы ему помогли, и начальник райотдела. Может, которые препятствовали, скажем так. Вы можете представиться? Брусник Владимир Станиславович. Третья рота, 1-й батальон, лейтенант полиции. Спасибо большое.